входит в длину. План входит в план, остальные на А. Медленно по центру, потом рашим А. Б закидываем смоками, сами через длину, в кишку. Закупаемся. Быстро в коридоры, занимаем план. Видал, какой хэт я ему поставил? Ура! Мы их сделали! Игорь Саныч, давайте сделаем разбор полетов по тактике. Тактика здесь на втором месте. На первом психология. В каком смысле? А в таком, что вы все конченые, лечиться вам надо. На себя посмотри. Ну-ка все, успокоились. Самое сложное не взобраться на вершину, а оставаться там. А при чем тут это? А при том, что вы в последнее время побеждали на Асусах. А теперь боитесь слететь. Думаете только о том, чтобы не совершить ошибки. Это неправильный настрой. Вместо того, чтобы играть на победу, вы играете, чтобы не проиграть. А в чем разница? А в том, что вы боитесь поражения. От этого появляется тревога, лишняя нервозность. Каждый раз нужно играть так, как будто вам нечего терять. Типа мы боимся авторитет уронить, а надо расслабиться. The more I'm digging this pain, the more I'm digging the mic. The more I'm looking for life, the more I'm looking for light. The more I'm mixing between, the more I'm caught with this mic.